это дверной глазок в гостиницу, где мы поселились. Показываю. Это стена. И вот сразу потолок. Но до него практически достать рукой. Ой. Сейчас. Мы 5 раз заблудились, пока сюда ехали. Короче, Валдаоста. А мы находимся на такой горе. Ой, мы ехали. Посмотрите, какой стол. Какие в нем трещины. Это стул. На нем сидят. Это стул. За ним не идет. Это завтрак. Это гостиница. Это завтрак. С 8 до 9:30. Это окно. Это кровать для девчат. И дополнительно, ну, для меня, понятно. Так. Ну, это, боже, такие улицы. Шкаф, шифоньер. У нас в селе, вы помните, когда я была в селе? Точно, только шифоньер был. И я хотела сейчас на вешалку повесить свой пиджак с карманами. Так я вот вешалку не смогла снять, она там на чем-то защелкивается. Ну, в общем, как-то прицепила. Так, закрываю я это, и смотрите. На улице плюс 11. А, ну, тумбочки ж надо показать. Хотя светильники, ой, вау, красота. Вот это такие стены. Супер штукатурка. Тумбочки, видите? Кусок бревна. Блин, надо себе в хате такие тумбочки поделать. Прикольно. С парка, блин, дров нанесла. Тумбочкой поставила и сказала, тумбочкой будешь. Теперь смотрим. Вот это у них, чтобы не заклеивать окна. Я когда на юге жила, там вот эти вот все подушечки, это чтобы в окна не задувало. Это типа вот так вот их. Поняли, да? Теперь окно. И улица. Мы когда пришли с той стороны, там был такой сарай, ну типа гараж. И мы так посмотрели. Я говорю, я, наверное, буду там спать, смотрите. В селе еще люди есть. Представляете, какая крыша? Я завтра вам как покажу, это ж вообще, это нонсенс, это я такого еще не видела. Ой, расплачиваться завтра будем за гостиницу, если понравится. Вот, ну, в принципе, тепло. В ванной даже батарея включена. Такой столик, да, интересный. Девки вот сюда свои вещи уже понакидали. Он складывается, тут раз ножка убирается, и стол складывается. Картинка. Вот такой вот карниз сельский. Ну, и туалет. В туалете есть биде. Есть корзинка для мусора. Есть зеркало. Есть я. Вода питьевая. В кране можно пить. Фен, как обычно в гостинице, да? Душевая есть кабинка. Ну, мы, конечно, накупанными же. Целый день парились, шкварились. Он даже стоит какой-то мыльный прибор. Самый обычный душ. Самый обычный душ. Ёлочки, палочки, вернее, шишечки. Картинка. Коврочек. А, ну еще тут такая тележка с полотенцами, с вот таким вот старым. Вы помните такие защелки на зеркале? Чтобы зеркало держалось. В общем, антиквар еще тот. Вот смотрите, какой вид. Ну, уютно. Настолько уютно. Что даже вот этот телевизор, он тут абсолютно не нужен. Что вы думаете? У меня не включился мой интернет. Ага, даже вытяжка есть.
Не включился мой интернет. Вот, тоже видите, глазок какой. Так, я к Wi-Fi подключилась. Причем без пароля, без ничего. Только раз, и я уже там. Вот так вот. Так что мне спокойной ночи. Чатом моим хорошо погулять. Сплю я вот тут напротив зеркала. Ложусь отдыхать, бы уже 11 часов вечера. Мы только доехали, мы блуждали. Наконец-то добрались. Вот еще одно окно и выход на улицу. Ну, дома тут, ну, игрушечные. Я обалдею. Вот это вот, смотрите, вот это, видите, деревянный балкончик. Все, на сегодня спать. Смотрите, уличный фонарь. Ой, это сказка. Идем на завтрак с колхозного домика. Лавочка. Садочек. Даже что-то растет. Красная дорожка. О. Позаметать после себя. Вау! Мадонна! Боже, какой интерьер. Тепло. Стуфа. Сия, че дала стуфа, рогатси. Бар. Легкая музыка. Ночоле, рогатси. Таблет. Noi ci mettiamo sul divano, tu mettiti qua. Ah, sì. Prendi anche questo interiero. Legno. Cioè sì, tutto questo roba qua. Okay. È lontanissimo. Da lontanissimo, prego di via. Volete la foto? Colazione per le regine, torta di casa, anche pane, ma che pane, brioche vuoto, miele, wow, con questa musichetta di sottofondo, no, ma troppo bello, un armadietto così, sembra di essere in campagna ragazzi, sì, cosa? No, no, ma è proprio ok. Sì, però. Forse anche a Stuglia. Ma l'hai visto che poltrona? Questo. Sì. Madonna! Se riesci a. Un життя жилені. Forse vedo qualcosa. Zenzero, sambuca, peperoncino. Zeloni. Красная фрукта. Английский. Еще раз зеленый. С лимоном, наверное. Я, наверное, буду. Вот такое. Con zenzero. Ma Madonna, ragazzi. Grazie mille, grazie. Колесо, фонарь, сундук, столик. Шепчет. А там, наверное, дрова складываются. А тут антенны, Wi-Fi работает. Алена, ноготки цветут. Тобі ноготки нарвать, у тебе ничего не болит. Это вообще.
Fammi vedere dietro lì. Тут калиточка, конечно, я туда не пойду, но загляну. Sai che questo cavolo nero? Чёрная капуста называется, можно делать песто с неё. О, такой цветочек. Ну прям украинское село. Vero come fosse da noi in campagna. Тут же суша. О, чёрный кот. Где она? На мою садовскую кошку похоже. Сбежала. Дымок идет, здесь уже топится. Здесь сушилка белья. Есть такие деревянные балкончики. Тишина. А? Il muro è poco spesso. Sì, ma per questo che faceva caldo. Жарко было спать. Так вот, invece d'estate, secondo me, ci sta. Каменные дома. А вот меню. Секундо кон конторно, антипасто, примо. 24 евро стоит ужин. Так вот. Мы позавтракали, завтрак стоит 8 евро. Еще один столик. Такая мебель. Рог висит. Куча вазонов. Скамеечка. А, дверь открывается автоматически. И вот сразу наша комната. И брелок красивый. Вот такой вот. Оп. Бочонок. И туда на второй этаж идет лестница.